так люди готовятся к Хэллоуину за месяц до самого Хэллоуина. Тут какие-то ленточки, типа какое-то преступление тут произошло. Слово, это испанский райончик, тут достаточно все спокойно. Интересно. Такие вот маленькие домики. Комфортные. Кстати, тут по одной семье в таких домиках живут. Очень так интересно сделано. Ну, по ощущениям, здесь даже безопаснее, чем... Так, это у нас 53-я стрит, 4-я авеню. Здесь как-то даже покомфортнее, чем в том же, я не знаю, в том же Бэйвилл Сити. Это от Нью-Йорка примерно, от Нью-Йорка в часе езды. Вот, не, это 52-я, пардон. То есть говорят, что с испанцами жить опасно, стрёмно. Это дизреспект сразу от мусоров особенно. Но тут, не знаю, испанец испанцу рознь, что афроамериканцы, что испанцы имеют плохую привычку пиздить. Не вас физически пиздить, а воровать ваши вещи. Если вам пришла посылка с Amazon, или вы ждете посылку с Amazon, или вдруг она пишется, что пришла, но ее нет, будьте уверены, это ваш сосед или сосед соседа. Ну, такие они, но далеко не все. Есть испанцы, которые ебашут честно, и при этом, если им попадают в руки твои деньги, он ни копейки лишней не возьмет. Вот. С афроамериканцами не знаю.